А чё он не заходит-то? Кто не заходит? Привет, Саня. А, привет. Сегодня вообще пиздец. Я, короче, запустил. У меня первая катка в сетевой, заебись, вышла вообще за охуенно. Потом 5 проигрышей подряд, нахуй. Пиздец. Сегодня я не зашел. Вот поэтому. Наверное. Ну, пиздец. Я, ну, у меня реально сетевая заебала. Я говорю, бля, давай лег сыграем. Да мы никто-то не особо это делаем, что-то нормально. Да, нас и так поебу. Здорово. Почему? В этом-то есть. Казанова, блядь. Казах, он и в Африке казах. Да, Лёха? Да. Ой, казах. Настоящее имя у него другое, да, Лёха? Казах у тебя настоящее имя. Не мешай мне воевать! Сейчас. Показывай. У меня не прогрузило пока еще. У меня тоже. Вот Леху... А, ну у тебя, да, с зеленым еще. Бля, я в команде тараканов. Один мухолёк, два таракана, да? Алексей Мухачев. Блять, долбоёб, а? Я вспомнил, блядь, из сериала «Полицейские с Рублёвки» Мухачева. Ща у Лёхи погонял муха. Казахская. Сохранитесь, пока есть время. Живи, нихера я чего-то убил. На меня там всякая петушня лупит, блядь. Ты бы видел, я вообще издалека убил. Блядь, там вообще попасть было нереально. А меня тип сквозь дым убивает, да, ну? Противник высаживает десант. Следите за небом. Подготовка окончена. А, у меня дым, у него нет дыма. Звучит, конечно, да. Ты куда летим, бойцы? Мы тут недавно с Лёхой там отсосали. Нас там так выебали, блядь, пиздец. 5 секунд до прыжка. Ну сейчас два таракана. Возрождение. Я на баба. Какао, бабы. Противник начинает высадку. Обнаружен розовый боб. Это что за розовый боб там летит? Перелетел еще. Да. Дробаш надо? Надо. Внимание, на вас охотится отряд противника. А, пошли, пошли. О, бэпку даю. Здесь штурмовая пидовка. Вы что? Да. Вон, на троечку там бери, Лёха, 50 патронов. Вон, у меня охота еще. Может, на рынок?
За цветами. Да, отпрыгнул только что. О, тут машина недалеко. Лёха штурмовая пидовка. Блять. Не читать, не штурмовые винтовки попадаются. А чё может сейчас... О, ну на комплект хватает уже. А чё, давайте на комплект скинемся, купим, кидаю деньги. А, блядь, тут нету магазина. Деньги ты возьмите? А, во, возьмите, вот магаз, да-да-да. Вот еще дезонт возьми. Там тенге. Как казах любит, да? Опа. Наша разведка выявляет угрозы. Опа, вот тут трое. Давай, кидай на воду. Они в дом ушли. В дом ушли, короче. Вон. Там снайпер, если что, есть. Где? Где я отметил-то? Да. Так я и сказал. Машина едет тут. По воде. Сейчас будем хуярить по ней. Ну он что, вообще конченый, бля, ему похуй, походу. Чё? Бэбку возрождалку можешь купить. О, попал! Наша посылка с комплектом скоро прибудет. Бля. Всё, уронил его. Надо убивать. Все убил. Из этого отряда. Выследите их. Да-да-да. Пускай бы посмотрим, где хоть они. Запрашиваю авиаразведку. Вас понял. Над нами их беспилотник. А там, короче, броню снес чуваку. Кидаю дымовую гранату. Лёха, ты зря к ним близко пошел. Нахуя? Да. Мы взломали сеть противника. Дымовую. Найдите станции связи и захватите данные, пока нам не перекрыли доступ. К вам они потихоньку идут. По воде, что ли, идут-то, блядь? Нет. К мосту ближе. Блядь, опасно. Ну давай, похуй. Пошли в туннель тогда сейчас. Проплывем, воздуха наберемся под мостом. Ваш напарник возвращается в бой. Лёха, комплект, ты успеешь? Да я сразу под мост туда. Ну это, в дыру, блядь, в жопную. Ну ты лох, конечно. Да. А заебали они все как профики, стреляют, блядь. Это вообще невозможно, блядь. Они на спорте. Можно, типа, в тайник сходить, в принципе. Вот тут Казанова. Я начина. Опа, чувак тут у нас. Лопух, бля, прыгнул в воду. Надо снопу брать. Да, Лёха, догони, вон где казах туда. Надо бить его, нахуй, он нас видел. Где он, блядь? Надо... Ты съебался уже, ладно, мину поставлю. Они вызвали
А если снапа есть, то посмотри. Во-во-во! Блять, ёбаный урод, нахуй. Он, походу, все съебал тогда. Чисто охота за одним, блять. А, все он. Попал. В конце. Ладно, я оставляю его, Леха, пошли. Это хуево за одним бежать втроем. Пиздец как. Давайте, я прикрываю и беги к нам. Над нами их беспилотник. Тебе раз на все ящики, блядь, пооткрывал, на какой-то хуй, блядь. Дегенерат, блядь, тупоголовый, нахуя он это сделал? Не знаю, спаси его. Пластины надо, у меня ящик есть. Хотя оставлю на потом. Или надо? Поехали. Вот ящик впереди. Пошли, короче, в этот. По этой стороне. Противник перекрыл нам доступ. Тайник пойдем сейчас. О, бэпку нашел. Запрашиваю разведку с воздуха. Ну, у нас никто... Наверху, да. А так у нас все чисто тут. Сейчас мину поставлю. Тут. Размещаю мину. А, кстати, Лёха-то тоже сможет поиграть это в третью часть. Слышишь? Сейчас. А там нет. Там с 14 числа можно. Там типа 14 числа по 16 можно. Вон. Бля, вот иди ящик. Кто-нибудь. Осторожно, газ приближается. Лохман, Леха, смотри, есть. Вот возьми шприц тут. Или кто там? Следуйте в безопасную зону. Забирайте пластик. Бля, пластины. Ух, а нам как-то, смотрите, зона-то как идет некрасиво. Так, что это у нас за дома? Нам было... Да. Поверху тут можно подняться. Есть там... Бля, есть. Ну. Пизда газику, блядь! Мама! Бля, моему тоже пизда. Пластины вставляйте, пластины. Размещаю мину. Внимание. Видите? Осторожно, тут мина. Не торопимся, ждем, сейчас они, может, там зайдут. Только осторожно, мина тут. А, так идите сюда, чё мы, блядь. Слушай, никак не увидеть нас. Погнали, погнали. Пиздец, блядь. Чё? О, чел! Тихо-тихо-тихо, соснопыщик. Бля, пошлите втроём к нему. Убил. Противник
марш. Домовую даю. Погнали, погнали левее. Блять, не сюда. Бросаю дымовую. Вот, давайте сюда, сюда, сюда. Размещаю мину. Обнаружен боец противника. Во, все, заебись. Лёха, давай не отставай. Пута, мне трахали в жопу строили, блядь. Охранена. Траха Джоули. Блядь, мина есть кинуть? Там гранат. А он сдох? Опа, справа, сзади, сзади. Противник. Дай еще один. В них стреляй, а не в меня. Опа, у нас охуенное место, блядь, ча мину, мину, да. Ча, погоди, у окна. Ой, я сюда сяду. Вообще охуенное место. Смотрите, окно главное. Так, у меня возрождалка, если что есть. Так два склада ставят. Бля, минометка же есть. Раздолбал их, без тачки. Куда? Он стоял, дал, чё? Где, внизу, а... что? Да, блядь, слева вот вход был. Где, посмотри, где мой труп-то, ёпта. Два человека, они там с этой стороны были. А, чё, только одного респануло? Блять, вообще близко к победе, бля, как так-то? Я же сказал, окно-то сотрите. Это не окно было, нихуя. А откуда, я не понял. Вот мы сидели в угловом здании, буквой Г, да? Но. Слева была дверь. А они просто стояли и палили в эту дверь. Все. Мы только начали двигаться, меня убивают в спину, потому что я пошел направо за вами. И все. Ладно, я пошел хавать, готовить, чё. Пошли в сетевую, я думаю. Ну давай. Давай играть больше еще. Не знаю. Если будет настроение, бля, буду. Ну, на всякий случай, споки. Давай, споки. Так, чё, быстрая игра. Сейчас подойду, я думаю. Батарею потрогай в ванной. А, батарею горячая, так и батарею потрогай. Нет, ну да. А смысл включать, если батарея холодная? Только за воду переводишь. А, ну да. Тихонько. Переводишь. Че, холодная? Да. Вернусь.
Угадал. Да. Угадал. Замедлить. Где там сегодня кто сел? Купим завтра себе. Опа, сам за себя. Держи, Дезмон. Задача проста. Убейте их всех. Договоримся, я помогу тебе выиграть, а ты погладишь мне животик. Ой, убили меня. Дезмон, ты живой? Ну какой-то там ебач какой-то спелый за мной гнался. Они точно не любят кошек, а? Да, меня пилой распилили. Не тут. Дезмон, ты где? Ну ты где, рассказывай. Бдительность. Бля, карта-то не маленькая. Это не ты ли был сейчас? Сразу как приведу себя в порядок. Да я не искал тебя. Ты просто попался, наверное, да. Ой. Сейчас я как раз собиралась вздремнуть.
А вот это сейчас пизда будет. Они наносят стратегический удар. Возможно, сейчас будет. О, а, никто не попал. Лох. Но у меня есть для вас подарок. Шли пока за тебя. Да. Это вертолет. Ох, меня взорвали. Я убийца, я киборг-убийца. Да вы меня как... По вам наносят стратегический удар. Я чую их страх. Да, два вертолета уже вызвал. Че, да, он попадешься на вертик? Это вертолет. Бля, вертуху снесли. О, последнего убил. Задание провалено. Возвращайтесь на базу. Пиздец, враги тут чуваков. Сейчас еще это скажу, читер. 5 смертей. 30 убийств. Не, я, конечно, не в том месте все сидел-то. Но там я наделал нормально. Шума. Бля, сегодня, короче, активировал жетон, и, блядь, все 5 каток проебал, блядь, ни одно не выиграл, когда жетон активировал. Пипец. Я говорю, там неплохо. Либо мне бесит то, что там подсоединяют на сервера, в которых уже, там уже проигрывают, я думаю, блядь, что за херня вообще? О, тебе, кстати, на этой карте фартит. Бля, когда четверг уже, да, Дазман?
Мы 4 дня, кстати, будем играть в эту колду. Ну и все, потом ждем до 10. А, сюжетку проходить будем. Че какого там в... За 10 дней, так это что, 1 ноября. Ну и сетевая, что 10. А мне кажется, это нельзя будет сюжетку-то стримить, да? Забанят. Сетевая это тоже как релиз, она будет позже. Там ранний доступ только компании будет и все. Можешь не увидеть меня до конца боя. Я тебя прикрою. Опа, сосновку убила одного. Пультомар, блин. Меня убили. 1-1. Крыса, блядь. Так вот, меня он первого убил. Сука, да? Это еще слабо сказано. Сейчас я смотрю. А, блядь, не иду. Опа, снайпер тут. Где-то снайпер. Был. Перк пополнения запасов действует. О, меня прикрыл кто-то круто причем. Чуть не сдох. Блин, на одно убийство просираем, Дезмон. Зачистим поле от этих придурков. Да-да-да, вот он. Только приведу себя в порядок. Пидорас. Они в доме, короче. Пидорасы. Бля, вот. Блять. Блять, на 5 фрагов отстаем. Бля, второго чуть добил, чуть не добил, бля. Бля, мы проебал, но жестко причем, бля. Бля, ты не заебали, сидит на балконе любимым твоим. Вот там, блядь, в той стороне. На, пес, блядь, отомстил. На, выманивать их. На, сидеть как они, короче, блядь. Выманивать, чтоб выходили. Граната!
Меняю магазин. Ой, блядь, чё пугаешься? Я чую их страх. Противник выходит вперед. Остановите его. Лучше не включай лазерный прицел. Можешь не увидеть меня до конца боя. Да. Применяю ЗВП. Я под обстрелом. Блядь, чуть-чуть не успел на одну миллисекунду. На нахуй. На нахуй. Так, куда взялась? Они сейчас за мной придут по-любому. Не пали вслепую, тупица! Заряжаю! Ставлю мину. Ты бы видел, что все было. А я знаю, где к морозе. Перезаряжаю. Можешь на меня. Они сейчас за мной хотят. Ну, придут. Придут. А, все, понял. Граната пошла. Ладно, поснайперил и хватит. Пора и побегать. Блять, на меня тоже загандошили. Противник в зоне конфликта. Чё? Чё? Чё глухой? Ой? Почему? Да? Ну, сейчас что, доиграем? Блять, да, кастрюлю малин поставить сюда. Есть ли у нас пустая такая? Да, хоть помыться, блять. Можно вылететь. Над нами их БПЛА. Твою мать, аккуратней! Блять! Ты согласен в доме? В районе СВВП противника. Работает БПЛА союзник. Давай договоримся. Блять. Бля, мы проебываем Дезмонд. По пластине попало. Блять. Тут без матов никак. Блять, ёбаный дачанин или кто он там. Это ты, да? Пиздец, 87 уровень меня обогнал, блядь. Сука. Дезмонд, я сейчас отойду на 10 минут.
думал, кстати, стрим-то вообще выключить.